У многих бытует мнение, что чем быстрее развалится наше садоводство, тем быстрее нас заберут муниципальные власти под свою опеку. Так вот, муниципальным властям мы не интересны. До тех пор, пока мы не приведем наше хозяйство в порядок. В идеальный порядок. А в чем это выражается порядок? Идеальный порядок – это когда у нас будут нормальные дороги, когда мы закончим прокладку инженерных сетей, когда мы приведем все электрохозяйство в порядок. Только тогда может стоять вопрос о передаче обслуживающим организациям. Какие дороги, когда у нас канав нету? Опять же, канавы раньше были у всех. То, что люди за метр участка готовы засыпать канал. До тех пор, пока мы не восстановим канавы, дорог у нас не будет. Но это должны понять сами садоводы. Мы сами тоже. И нам не правление. Поэтому, господа, надеяться на то, что будет лучше, если все развалится, это не так, поверьте. Спасибо. Кирилл Сергей Александрович, чтобы работа шла более лучше, и помятуя, что у нас депутат из партии КПРФ, вспомнить Владимира Ильича Ленина, надо все-таки учет и контроль. Если учет делает наше руководство, то контроль должен осуществляться. Должна быть прозрачность. Не только поступления, но и трат. Договорные отношения. С кем? Какие суммы? Это должно быть не так, что вот мы собираемся, и тут кто-то что-то сказал, или один раз в конце года. Вот это мое предложение. Но если наше руководство сейчас, как говорится, услышит нас, если то, что творится в самом руководстве, будет более доступно всем нам, тогда, по-моему, будет намного легче и общаться друг с другом.